обязательно загадай желание. Зонтики пригодятся сегодня и ребятам, которые живут в Мурманске, Орле и Астрахани. За окошком дождик и слякоть. Если прогулку придется отменить, зови гостей играть в шахматы. В Санкт-Петербурге и Москве стало еще теплее, но, возможно, дожди меня они никогда не расстраивают. Помните, как поется в одной песне? У природы нет плохой погоды. Следи за погодой на канале Карусель. Это важно и очень интересно. Это борьба с вирусами, облегчение симптомов, укрепление иммунитета, профилактика осложнений.